Доброго времени суток всем зрителям канала «Час ремонта». В этом видео я расскажу вам о 7 лучших, недорогих, но действительно хороших бензопилах. Какие модели получают высокие пользовательские оценки, пользуются приличным спросом и действительно заслуживают называться лучшими? Это и предстоит выяснить. Как всегда, в описании мы оставили ссылки на все бензопилы, представленные в нашем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам, вы легко сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Погнали! Наш топ я хочу начать с модели Carver Promo PSG5218, мощность которой составляет 1900 Вт. Данная бензопила оснащена двухтактным двигателем с объемом 52 кубических сантиметра. Длина шины здесь равняется 45 сантиметрам, тогда как ширина паза шины достигает 1,5 мм. Также стоит отметить шаг цепи, который составляет 8,25 мм. Расход топлива достигает 1,95 литра в час. Для большего удобства и надежности производитель предусмотрел систему автоматической смазки цепи. А еще здесь применяется инструментальный механизм натяжения цепи. Что же касается емкости топливного бака, то она составляет 520 мл, в то время как емкость масляного бака равна 260 мл. Для более быстрого и легкого запуска предусмотрен праймер. Также я обязательно хочу упомянуть о наличии антивибрационной системы, ручки тормоза бензопилы, функции блокировки случайного включения и о прорезиненных рукоятках. Все это обеспечивает большее удобство и безопасность. Одной из особенностей этой модели является устойчивость к низким температурам. Уровень шума при работе может достигать 110 дБ, а весит инструмент 6,2 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают достаточную мощность, удобство в использовании, невысокую стоимость, эффективность, легкий запуск и хорошее качество исполнения в целом. При этом не все владельцы так уж довольны расходом топлива и качеством комплектной цепи, но в основном про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Хотите быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал «Час ремонта» и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе наших новых видео, которые мы выпускаем регулярно. Далее в нашем рейтинге идет модель Eurolux GS4516, мощность которой составляет 2300 Вт. Данная бензопила оснащена двухтактным двигателем с объемом 45 кубических сантиметров. Длина шины здесь составляет 40 сантиметров, в то время как ширина паза шины достигает 1,3 мм. Что же касается шага цепи, то он равен 9,525 мм. Для большей надежности и удобства производитель предусмотрел систему автоматической смазки цепи. Также здесь используется безинструментальный механизм натяжения цепи. Емкость топливного бака составляет 550 мл, тогда как емкость масляного бака равняется 210 мл. Для более легкого и быстрого запуска агрегата предусмотрен праймер. Конечно же, не могу не упомянуть о наличии антивибрационной системы, ручки тормоза бензопилы, функции блокировки случайного включения и о прорезиненных рукоятках, которые обеспечивают большую эргономичность. Данная модель позиционируется производителем в качестве бытовой, поэтому вряд ли пригодится для профессиональных задач. Тем не менее, в наш рейтинг она попала не зря. В своих отзывах пользователи обычно отмечают удобство в использовании, невысокую стоимость, быстрый запуск, достаточную мощность, наличие антивибрационной системы и высокое качество сборки в целом. При этом все же не все владельцы так уж довольны качеством пластика, используемого в сборке. Но в основном про какие-то по-настоящему существенные минусы говорить не приходится. А что вы думаете об этой бензопиле? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующая бензопила, о которой я хочу вам рассказать, носит название Hütter BS45M. Мощность данной модели составляет 2300 Вт. Она оснащена двухтактным двигателем с объемом 45 кубических сантиметров. Длина шины здесь составляет 40 сантиметров, тогда как ширина паза шины достигает 1,3 мм. Что же касается шага цепи, то он равен 9,525 мм. Также в этом устройстве предусмотрены инструментальный механизм
механизм натяжения цепи и праймер, который обеспечивает более легкий и быстрый запуск. Емкость топливного бака составляет 550 мл, тогда как емкость масляного бака равняется 260 мл. Максимальная скорость вращения цепи достигает 3800 оборотов в минуту. Для большей безопасности и удобства производитель предусмотрел антивибрационную систему, ручку тормоза бензопилы, функцию блокировки случайного включения и прорезиненные рукоятки. Уровень шума при работе может достигать 105 дБ, а вес агрегата составляет 6,6 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают разумную стоимость, наличие антивибрационной системы, удобство в использовании, достаточную мощность, комфортный вес и высокое качество исполнения в целом. При этом иногда можно встретить отзывы с негативной окраской, которая касается самых разных аспектов бензопилы. Но стоит понимать, что таких отзывов абсолютное меньшинство. Причем то же самое можно сказать и про другие модели, представленные в нашем рейтинге. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где мы оставили ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди модель DEU DACS 5218XT, мощность которой составляет 2600 Вт. Данная бензопила оснащена двухтактным двигателем с объемом 52 кубических сантиметра, корпус которого выполнен из легкого высокопрочного алюминиевого сплава. Длина шины здесь составляет 45 сантиметров, в то время как ширина паза шины достигает 1,5 мм. Что же касается емкости топливного бака, то она составляет 550 мл, тогда как емкость масляного бака равняется 310 мл. Для большего удобства и безопасности производитель предусмотрел антивибрационную систему и ручку тормоза цепи. Максимальная скорость вращения шпинделя достигает 10 800 оборотов в минуту. Весит инструмент 6,3 кг. Здесь также предусмотрены бесключевой доступ к воздушному фильтру, прорезиненные эргономичные рукоятки, металлический зубчатый упор, поршневая группа и стартер из магниевого сплава с системой легкого запуска Easy Start. В своих отзывах пользователи обычно отмечают достаточную мощность, эффективность, удобство в использовании, легкий запуск и высокое качество исполнения в целом. При этом не все владельцы так уж довольны весом агрегата и расходом топлива, но в основном про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Узнать стоимость каждой бензопилы, представленной в нашем рейтинге, можно, перейдя по ссылкам, которые мы оставили в описании. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель Champion 25418, мощность которой составляет 2500 Вт. Данная бензопила оснащена двухтактным двигателем с объемом 54 кубических сантиметра. Длина шины здесь составляет 45 сантиметров, тогда как ширина паза шины достигает 1,5 мм. Также я хочу отметить шаг цепи, который равен 8,25 мм. Что же касается емкости топливного бака, то она составляет 520 мл, в то время как емкость масляного бака равняется 260 мл. Производитель предусмотрел инструментальный механизм натяжения цепи и систему автоматической смазки цепи, которая обеспечивает большее удобство и надежность. А для более легкого и быстрого запуска предусмотрен праймер. Максимальная скорость вращения цепи достигает 11 000 оборотов в минуту. Конечно же, обязательно упомяну о наличии антивибрационной системы, ручки тормоза бензопилы и функции блокировки случайного включения. Уровень шума при работе инструмента может достигать 113 дБ, а его вес составляет 5,1 кг без шины и цепи вместе с пустыми баками. А еще в этой модели предусмотрена функция подогрева карбюратора, что позволяет без проблем работать при низких температурах. В своих отзывах пользователи обычно отмечают достаточную мощность, удобство в использовании, эффективность, легкий запуск и высокое качество исполнения в целом. При этом все же не все владельцы так уж довольны расходом топлива. В основном же про какие-то по-настоящему существенные минусы говорить не приходится. Предпоследняя бензопила, о которой я хочу вам рассказать, называется Hütter BS52. Мощность данной модели составляет 2800 Вт, она оснащена двухтактным двигателем с объемом 52 кубических сантиметра. Длина шины здесь составляет 50,5 сантиметров, в то время как ширина паза шины достигает 1,5 мм. Также я хочу отметить шаг цепи, который равен 8,25 мм. Производитель предусмотрел систему автоматической смазки цепи для большего удобства и надежности.
емкости, а также инструментальный механизм натяжения цепи. Что же касается емкости топливного бака, то она составляет 550 мл, тогда как емкость масляного бака равняется 260 мл. Для более быстрого и легкого запуска предусмотрен праймер. Максимальная скорость вращения цепи достигает 8800 оборотов в минуту. Конечно же, не могу не упомянуть о наличии антивибрационной системы, ручки тормоза цепи, функции блокировки случайного включения и о прорезиненных рукоятках, которые обеспечивают большую эргономичность. Уровень шума при работе может достигать 105 дБ, а весит агрегат 7,5 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают доступную стоимость, достаточную мощность, удобство в использовании, эффективность, быстрый запуск и высокое качество сборки в целом. Конечно же, иногда можно встретить негатив в отзывах, который касается разных аспектов устройства. Но таких отзывов действительно абсолютное меньшинство. А завершает наш топ-7 лучших недорогих, но действительно хороших бензопил модель Oleomac GSH40, мощность которой составляет 1700 Вт. Данная бензопила оснащена двухтактным двигателем с объемом 38,9 кубических сантиметра. Длина шины здесь составляет 35 сантиметров. Что же касается емкости топливного бака, то она составляет 320 мл. В то время как емкость масляного бака равняется 220 мл. Расход топлива составляет 880 грамм в час при 8500 оборотах в минуту. При этом максимальная скорость вращения цепи достигает 12800 оборотов в минуту. Для большего удобства и безопасности производитель предусмотрел антивибрационную систему и ручку тормоза цепи. Уровень шума при работе может достигать 115 дБ, а вес агрегата без шины и цепи составляет 4,5 кг. Также здесь предусмотрены система легкого запуска Easy On, нейлоновый фильтр и система Ice Device, которая позволяет без проблем продолжать работу даже при низких температурах. В своих отзывах пользователи обычно отмечают легкий запуск, удобство в использовании, относительно небольшой вес, достаточную мощность, симпатичный внешний вид и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылки на все бензопилы, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Если наш ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше остальных. А чтобы не пропускать выход наших новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Счастливо!